Весело сияет месяц.
доме, в сарае, на соломе. Где зимы, был такой же, как и мы. Не умел совсем ходить, уж от хлеба говорить. Родился в пеленах, у Марии на руках. Почитайте мне, братишки, об этом пишут книжки. В этот час к ее порогу Божий ангел подошел. Бог тебя благословляет, сына дать тебе желает. Воспитай его в любви, Иисусом назови. Это будет Божий сын. Всем Господь и властелин. Повеление вышло всем ехать в город Вифлеем. Труден для Марии путь, негде даже одна. Это он молился и в один скрытился, что
от небес. Сегодня вот только труда за фини всем забот. Зажжется первая звезда и к нам Христос зайдет. За то, чтобы каждую семью вести покой и мир. Всем благость проявить свою, устроить детям кир. Праздник великий настал, уже смыло все до веселья, пиры, торжество. Вспомним, какой поведал нам стоп, тотчас проклянем чашу святого. Каждый да будем всегда милосерд, слабым сиротам, многим больным, тем, что имеет, поделиться с бедными, назовет его братом своим. Так окажите другие участия, на бесследственной веры, доброе дело, великое счастье. Это святое души торжество. Пряник жует, да котенка поглаживает. А вроде, что-то такое.
подарок за год, а морковь ты чистого дня хочешь. А было дело для великого праздника, Рождества Христова. С планковых голов плывет над храмом, в воздухе морозно благодать. Что за радость душам православным, Рождество пресветлое встречать. Пусть сияет свечи золотистые, пусть молитвы льются вновь и вновь, пусть дарует нам Христос Спаситель веру и надежду и любовь. Милая моя сестрица, мадмушка, пряников не ешь. Сегодня злочейник родительский, один денек до праздника остаться. А лучше мне помоги, с поводу сходи. Надо сбить сочного приготовить, и как Всевышний траву сходить. Вот еще неохота, на улице мороз, а у кого-то все дорожка и дом покрылась. Милая моя сестрица Маркушка, ну ради праздника, помоги. Ну что ради праздника, друга еще не сладость, помоги. Я уже пять минут. Сюда я не приду, собрались колодцы. А у колодца дорожка и правда все покрылась. И клонилась Маркушка, что упадли в колодец. Да подскользнулась и бух в колодец. Ой, не помогите, не бойся Маркушка, я тебе помогу. Сказочный зимний день. Маша и Маркуша идут и удивленно оглядываются по сторонам. Ой, Машенька, куда это мы попали? А где же наши бедра? Как мы будем ходить за водой? Бойтесь, красавицы, попали вы ко мне в гости. А вот две ведра ваши. Захотелось ли старому сделать вам рождественские подарки? Только дать я их вам не могу. Да вы и сами, каждый для себя, какой захотели, возьмете. Спасибо, дедушка. Вот старик Буренный приготовил подарки, а сам возьми. А куда же нам идти дальше, дедушка? А вот идите прямо-прямо, да никуда не сворачивайте. Вам в этом помогут ваши ангелы-хранители. Благодарим тебя. Чего благодарить? Подарков-то никаких не дал. Что ты, Маркуша, это был Николай Годик, который все мы с родительским дедом. Он доброе слово, алмаз драгоценный. Грубое слово, камень обыкновенный. Положили что-то блестящее, ангелы-хранители. Девочки идут дальше. Шли они долго ли коротко? Только устали совсем. Куда идем, сами не знаем. Лучше бы домой вернулись, а потом остареть. Никаких подарков не будет. Что ты, Маркушка? Это звон Николая Годика, на Руси его зовут родительским дедом. Он добрый, дряговать не станет. А кушать себе пока рано, надо первой звездочки дождаться. Вот еще, буду я какой-то звезды жить, когда в животе все будет. Терпение лучше драгоценного украшения. А тот, кто себя угождает, камни в сердце собирает. Маркушка, смотри, кто идет. Не знаю, лошади-то какие-то у них косматые, странные. Это не лошади косматые, это верблюды. Здравствуйте, добрые девицы. Мы цари Орки, идем из далеких восточных стран. Долго мы были в пути, шли через пустыню, устали. Не хотите ли вы нам воды напиться? Вот еще, себя утруждать, ведро тяжелое поднимать. Ну, конечно же, не пейте на здоровье. А Марфу уж, простите, она не со зла. А тот, кто тебе угождает, камни в сердце собирает. Пойди туда, вот сюда. Пойдем, а куда же мы будем? Мы идем поклониться рожденному на
Тихо, тихо. Хотя он совсем еще младенец, но он только успел приготовиться хлеба и земля. Мы несем ему в подарок золото, потому что он царь. Мира, потому что он человек. Лазан, потому что он бог. Горная пещера, щелкалась звезда, и спал Вифлеем в тишине, чтоб ты пёс. Великое счастье свершилось, когда родился для мира Спаситель Христос. Давно погасла в зимнем небе восточная звезда, но не забыта на земле рождение Христа. Звезда с сияем вечно в сердцах у нас появилась, и о Христе вечном всегда нам говорит. Прощайте, добрая земля. Маркушка, неужели ты самые волки, которые идут поклониться младенцу Иисусу Христу? Ой, Маринка, как интересно, я бы тоже хотела взглянуть на него. Не его волком, это, наверное, тот самый подарок, о котором говорила рождественский верш. А как нам эти дорогу идти дальше? Маша, Маша, не готов. Смотри, кто это? Маша, Марта, не бойтесь, идите за мной, я покажу вам дорогу. Это же Вифлеемская звезда. Какая она красивая, а я ее ждать не хотела. Вы слышите, поет звезда, спешите все туда, туда, где на соломе средь яслей родился тот, кто всех светлей, кто всех прекрасней и мудрей, спаситель мира, царь царей. Вон в той пещере, недалеко от города Вифлеема, вы найдете божественного младенца. Все, кто идут в небе в эту ночь, несут свои дары. Даже звери и растения. Птицы поют ему свои прекрасные песни. Животные согревают его своим дыханием. А цветы дарят ему свой чудесный аромат. А что же подарим мы? У нас же ничего нет. Как нет, посмотрите свои ветки. Какая красота! Это твои добрые дела. Ивки понесем в подарок божественному младенцу. А это твои дела, Маркуша. Что же ты подаришь этому младенцу? Делать? Неужели Марфуша не попадет на светлый праздник Рождества? Спасибо вам, простите меня, пожалуйста. А теперь идемте и принесем свои дары младенцу Христу. Thank you.
Thank you.
в рождественскую ночь ангелы спускаются на землю и смотрят, как мы, люди, приготавливаемся к Рождеству, как мы встречаем первую звезду. Идем к своим родным и близким, поем тропа Рождеству Христову и веселые колядки. Уже.